Ребята, всем привет! Хочу вас удивить. На рынке электроники, а конкретно у производителя Ulefone, появился флагман, который не имеет рамок. Что-то не помню, чтобы у кого-то такое было. У Samsung Galaxy Edge так они просто закруглены. Не, это не то. И кому оно вообще нужно? Здесь все намного интереснее. Представляю вашему вниманию Ulefone Future. Это действительно безрамочный телефон. Дисплей доставит вам невероятное визуальное удовольствие, которое вы никогда раньше не испытывали. Без надоедливых рамок вы сможете сосредоточить все свое внимание на происходящем дисплее. Отсутствие рамок также делает телефон гораздо более удобным в использовании, позволяя пользоваться им одной рукой. Безрамочный дисплей имеет 5,5 дюймов 1080p, четкое изображение. Сердцем смартфона стал 64-битный 8-ядерный процессор с тактовой частотой 2 ГГц Helio P10, в то время как его душой стал видеоускоритель Mali T860, способный с легкостью справиться с любой, даже самой требовательной игрой. 4 ГБ ОЗУ обеспечивает стабильную работу несколько одновременно запущенных приложений. 32 ГБ встроенной памяти избавят вас от потребности постоянно удалять старые приложения. Значит, имея Helio P10, 4 гигабайта ОЗУ и 32 гигабайта встроенной памяти. Камера смартфона получила 16 мегапикселей. 16 мегапикселей камера от Samsung SP3 поможет вам сделать невероятно детализированные, четкие и реалистичные фотки, которые поразят вас и ваших друзей. А умная вспышка обеспечит идеальную передачу цвета при любом освещении. Металлический корпус Ulefone Future вырезан из цельного куска авиационного алюминия. Это невероятно сложный процесс, но он позволяет сохранить природную металлическую текстуру, придающую аппарату премиальные тактильные визуальные ощущения. Анано-вставка гарантирует абсолютную гладкость поверхности телефона. Именно поэтому вы получите удовольствие не только от внешнего вида, но и от прикосновения к Ulefone Future. Удобство расположения сканера. Это лучший сканер отпечатка пальца, который должен располагаться там, где вам удобно проще всего им пользоваться. То есть это не впереди, как в айфонах, как большинство китайских гаджетов на задней крышке. Здесь данный сканер расположен на боковой правой части телефона. Дизайнеры Ulefone это отлично понимают и сделали именно так. Вы можете разблокировать телефон, просто поднимая его со стола. Каждый раз, когда вам требуется использовать сканер отпечатка, просто немного сдвиньте ваш палец. Сканер срабатывает за 0,01 секунды на 360 градусов. Я думаю, это очень хорошее решение. Helio P10 был создан для работы со стандартной мобильной связью CAT6, поддерживающей скорость скачивания до 450 мегабайт в секунду, так что с этим телефоном вы насладитесь скоростью серфинга по интернет-просторам. Телефон можно вставить как две сим-карты, так и одну сим-карту и карту памяти. Но в телефоне 32 гигабайта уже встроены, так что в принципе можно использовать только две симки. Ulefone Future питается от батареи на 3000 мАч, но помимо этого долгоиграемость телефона обусловлена и его энергоэффективностью. Монтажная плата на Ulefone Future специально спроектирована, чтобы сократить саморасход энергии. Операционная система также оптимизирована так, чтобы сократить потребление. Смартфон будет укомплектован быстрым зарядным устройством 3 ампера, способным полностью зарядить устройство за 1 час. Ну, неплохо. Также телефон оснащен USB Type-C. Последнее слово в проводной передаче данных. На смартфоне установлена операционная система Android 6.0 Marshall Mellow. Как всем известно, Android 6 предлагает более удобную оболочку и интерфейс, контроль над разрешением, удобный поиск, усовершенствованную защиту и большее число полезных функций. На Ulefone Future установлен чистейший Android. Более того, Android 6 повышает энергоэффективность на 30%. Производитель обещает, что вы это почувствуете именно на Ulefone Future. И, друзья, я вас удивлю. Предзаказ данного телефона уже доступен на GearBest, AliExpress, и я его уже заказал. Стоимость телефона 240 пока долларов, но я его купил за 193. Ждем 2-3 недели, и вы увидите распаковку. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи и пока!